Все в точности повторяется. Ну, не совсем в точности. Задумайтесь о том, что мы видели, советник. Вспомните, что за последние полгода мы освободили больше сознаний, чем за 6 лет до этого. Некоторые из нас верят, как и я, не желая слушать этот вздор. Некоторые нет. Он по-прежнему всего лишь человек. Послушай, побывав на этом корабле и увидев, на что способен Нео, хотелось бы знать, что я должен сделать. Он освободил меня, понимаете? Нагнитесь, служит мой сын Якоб, пожалуйста, присмотри за ним. Я постараюсь. Скоро пророчество сбудется, но прежде нужно совета Оракула. Мне плевать на Оракулов, пророчества и мессии. Ты спас меня. Ты сам себя спас. Меня волнует только одно. Морфеус верит, что мы победим в этой войне, и убеждает в этом других. Надо сказать, что и я понемногу начинаю ему верить. Линк, Морфеус спятил. Их армия никогда не дойдет до ворот Зиона. Надеюсь, вы правы, капитан. Мне незачем надеяться, советник. Это всего лишь вопрос времени. Отступайте к выходам. Агенты на подходе. Hello. Вас улучшили? Внимание, внимание! Район оцеплен полицией и вооруженными силами. Оставайтесь на своих местах и ожидайте дальнейших указаний.
Внимание сотрудникам полиции и военным подразделений. Разрешено применять силу без предупреждения. Повторяем, район оцеплен полицией и вооруженными силами. Что тут, черт возьми, происходит? На месте встречи нас поджидала засада. Рон был прав, слишком много нас в одном месте. Мы привлекли к себе излишнее внимание. Как это могло случиться?
Понятия не имею, но сейчас не время останавливаться и выяснять. Большинство нашли выход, но некоторые попали под обстрел. Морфеус и Тринди до сих пор там. Баланд, Необи и Айс тоже. Баланду, похоже, тяжелее всего в каком-то... Морфеус и Тринди? Они добрались до машины, но они до сих пор под обстрелом. Только ты можешь к ним подобраться.